На сцене хор ветеранов войны и труда «Лира», руководит которым Светлана Виноградова. Коллектив не раз принимал участие в фестивале, становился лауреатом. В апреле 2017 года отметил свое 20-летие. Опытные артисты представили на суд жюри песни военных лет, а также произведения, посвященные городу Одинцово. Про Одинцово на фестивале споют еще не раз в этом году. Одинцовские самоцветы посвящены 60-летию города. Творческий конкурс проводится уже в 9-й по счету раз. Как всегда, включает несколько номинаций. Одна из них – хоровое искусство, народный и академический вокал. Среди участников немало дебютантов. Например, ансамбль песни и танца «Казачья быль». Коллективу чуть больше полугода. Пока в нем только мужчины. Имеют право петь песни казачьи в любом ансамбле. Люди с хорошим чувством патриотизма и желанием сильным. Вот. А кто себя хорошо проявляет, я потомство, это казак кубанский, того мы принимаем в казаки. Еще одно открытие фестиваля – Одинцовский любительский хор под руководством Анны Синякиной. Коллектив образовался год назад, дебютировал в декабре. В составе только поклонники хорового искусства и единственный профессионал – хормейстер Татьяна Николаевна. По словам артистов, фестиваль «Одинцовские самоцветы» – это прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками и проявить себя. Многие заканчивали или учились в музыкальных школах в детстве. А когда стали взрослыми, рутина, быт, работа, какие-то обязанности затягивают. И вот этой гонки, круговерти, иногда хочется что-то для души, какой-то отдушины. Не каждый решается, потому что это вообще смелый шаг взять, прийти и сказать: «Я хочу петь». Выступление конкурсантов оценивало жюри, в составе которого преподаватель высшей категории Галина Егорова, методист Московского губернского колледжа искусств Тамара Зеленкова, заслуженный артист России Валентина Сабанцева и председатель жюри народный артист России Заур Тутов. Когда на сцену выходили народники, казалось, что с ними поет вся Россия. По итогам конкурсного этапа первое место в номинации «Хоровое искусство» занял коллектив «Околица» Дома культуры «Солнечный». Среди ансамблей первыми стали «Слобожане» под руководством Валентины Донской. В академическом вокале второе место разделили хор ветеранов войны и труда «Лира» и Одинцовский любительский хор. На первом месте в ансамблях «Вдохновение» и «Кантилена». Среди солистов гран-при получила Анна Емельянова. Следующий этап фестиваля «Одинцовские самоцветы» – поэтический, и состоится он 13 мая в Одинцовском центре эстетического воспитания. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».